дня, мои дорогие подписчики, люди, которые меня смотрят. Нахожусь в Минске. Такая красота. Река. Впереди остров слез. Идем туда. Там стоит обелиск воинам-афганцам. Смотрите, как красиво. Вечер на улице. И температура 13 градусов. Рыбаки рыбу ловят. Панель какая. На той стороне. Красота. Здание. Жилой дом. Красивый. Неплохо в Минске. В центре. Там же маленький город, старый город впереди. Много чаек. Под корабль. Идем сюда, вот на этот остров, кто видит. Сейчас пройдем мост и сходим на остров слез. Солнце светит. Погода отличная. Сколько чаек? Люди подкармливают. Пойдем туда на остров. Еще раз повторяюсь. И посмотрим там, какая красота. Пойдем посмотрим. Здесь красиво. Ох, сколько их чаек. Вот. Это войнам афганцам. А
памятник. Чтят, молодцы. Ой, говорю уж, мурашки. Мурашки аж пробирают. Пойдем туда поближе, посмотрим. Смотрите, какая конструкция. Бедные мамы стоят, плачут. Ой, аж сердце щемит. Вот такая вот здесь конструкция, памятник. Памятник войны. Красота. Ну как красиво. Ну, всем пока, ребята. Все показала, рассказала. С вами была я, Елена Березкина. До свидания.